16 марта у деревни Долматово произошла авария с участием кареты скорой помощи. По нашим данным, медики спешили к 23-летней пациентке на станцию Курицкая. Из-за аварии приехать к больной этот экипаж так и не смог. Водитель скорой увидел, что на встречку вылетает иномарка. Скорая пыталась уйти от столкновения, но Део Матис все же догнал машину медиков. В аварии никто не пострадал, но очевидцы сняли на видео состояние водителя иномарки, который вышел из салона. Мужчина явно неадекватен, с трудом стоит на ногах. С места аварии его увезли на медицинское освидетельствование. Что же касается скорой, ее тоже увезли с места столкновения на эвакуаторе. По вызову на станцию Кулицкая поехал другой экипаж медиков. Мы постоянно обращаемся к участникам дорожного движения. Будьте внимательны на дороге, уступайте проезжую часть спешащим на вызов медикам. А о том, к чему приводит нетрезвое вождение, даже стыдно лишний раз напоминать. Посмотрите внимательно, требуется помощь в опознании этой женщины. Региональный следственный комитет расследует уголовное дело по факту убийства новорожденного мальчика. Как мы сообщали, тело нашли в ноябре 2020 года в метре от берега Волги в Затверецком районе Твери. До настоящего времени преступление не раскрыто. Если вы опознали женщину, либо стали очевидцем преступления, а также владеете другой, значимой для следствия информацией, позвоните по указанным телефонам. 16 марта около 4 часов дня на иномарку, припаркованную на пересечении Татарского переулка и улицы Крылова, с крыши дома номер 38 по Крылова упал огромный пласт снега. Удар о машину был оглушительным. Крышу иномарки буквально вдавило в салон. Припаркованные рядом машины не пострадали. Это уже не первый мартовский случай падения снега на автомобиле именно с этой крыши за последние несколько лет. Уважаемые земляки, будьте предельно бдительны. Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор Тверского областного суда в отношении 27-летних Павла Говша и Романа Кудрявцева. Преступная деятельность жителей Твери и Калининского района была пресечена сотрудниками управления ФСБ по Тверской области. По сути, спецслужбы перекрыли международный канал поставки в Россию крупной партии наркотических и психотропных средств. Следствием установлено, что Кудрявцев организовал контрабандную поставку наркотиков из стран Евросоюза, Нидерланды, Великобритании. Для пересылки наркотиков использовался канал международной почтовой связи с применением различных средств маскировки незаконных вложений. Для осуществления задуманного Кудрявцев привлек своего знакомого, уроженца Амурской области Павла Говшу. Полученные из-за рубежа наркотики, теперь уже осужденные, планировали распространять через закладки на территории Тверской области. Тверские чекисты не позволили осуществить наркосбытчикам их хитроумный план. У Кудрявцева и Говши изъято в общей массе почти 1,5 килограмма готового к распространению наркотиков. Средняя цена, предназначенного к сбыту гашиша, ЛСД и амфетамина, превышает 1,5 миллиона рублей. Санкции статей, предъявленных наркосбытчикам, предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы. Приговором суда оба подсудимых признаны виновными. Суд приговорил Павла Говшу к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Роману Кудрявцеву назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.